Добрый день, дорогие друзья! С вами Ирина Свиридова, и у меня сегодня очередная распаковка заказов. Вчера у нас, нет, не вчера, извините, в понедельник у нас начался каталог номер два, поэтому у меня здесь заказ последний из каталога номер один и заказ из каталога номер два уже. Общая сумма примерно на 137 баллов. Начну по порядку, по каталогам. Значит, мне вот заказали маечку трикотажную из хлопка. Она вот такая вот обычная. Вот вам, надеюсь, видно. Треугольный вырез. Хлопок здесь 95% плюс 5% эластана. Это шьет наш Фаберлик уже. Замечательное качество. Есть аналогичные маечки на тоненьких бретельках. Размеры, правда, не все, потому что это старая коллекция, хотя они ее отшивали еще раз, но очень быстро заканчивается. Дальше, тут у меня под заказ Омега-369, наша Фаберликовская, здесь 60 капсул. Здесь масло льняное с добавлением рыбьего жира и растительных экстрактов. Замечательная штука. Про масло мы говорили очень много раз. Про омегу-369. Поэтому не останавливаюсь. Дальше взяла себе и подруге по купонам вот э, такие коктейли. Себе взяла любимый коллаген и взяла малинку. По купонам он стоит 1000. 500 рублей, потому что со второго каталога эти коктейли подорожали. Они теперь стоят 2, 249 рублей. Поэтому мы сэкономили. Здесь 15 порций, замечательный продукт. Я вам про него рассказывала. Взяла по акции, по купонам зубную пасту. 200 плюс это концентрированная зубная паста. И профилактическая сенситив для чувствительных зубов. Мгновенное снижение чувствительности этой серии Эксперт Фарма. Здесь у нас по 75 миллилитров. По купонам она получилась 150 рублей. Так, взяла по купонам опять же сыну два дезика из серии Vent Adventure. Он получился у нас 165 рублей, здесь 50 миллилитров. Так, и что у нас еще здесь? Здесь же у нас под заказ мастоп. Я про него уже рассказывала. Я его сама пью, уже пью вторую порцию. То есть я выпила две упаковки и сейчас начала уже, скажем так, третью и четвертую. Мне очень нравится мое самочувствие. Пью по две капсулы в день. Получается две упаковки на месяц. Так, это вот был первый заказ. И здесь же у нас появились уже в продаже каталоги на новые БАДы Молекула Форс. В здоровье на окулярном уровне я их уже пью, эти бады. Я очень довольна. Отдельно потом расскажу. Вот я пью сейчас два бада для опорно двигательной системы, поддержка суставов и комплекс для поддержки костной ткани. Вы знаете, у меня радикулит с 18 лет, и когда на четвертый день у меня перестала болеть спина в определенном месте, я не поверила своему счастью. Вот она пока не болит. До сих пор. Поэтому пила, пью, и вообще для меня бады это... Это поддержка моего здоровья. Так, и второй сразу заказ, что мне во втором заказе было, взяла опять вот эти вот новые крема. Пантенол крем для рук 2 в одном увлажнении и смягчение. И пчелиный воск крем для ног 2 в одном восстановление и питание. Отзывы только положительные. Стоят они 99 рублей и в каждом тюбе 100 миллилитров. Взяла себе, наконец-то увидела любимую свою краску 9,8 из серии «Салон». Она была по распродаже, поэтому я ее купила. Она мне получилась 269 рублей по цене каталога. Да, 269 рублей. Вот. Теперь у нас во втором каталоге распродажа на миньоны мужских парфюмов. Здесь у нас Деспирада, Дунлеон, Ланселот и Блокбастер. Они все по 35 миллилитров и стоят 329 рублей за упаковку. Аналогичные же духи, кроме Ланселота, есть в упаковке по 100 миллилитров. Так, что еще здесь? Так, так, так. И здесь у меня еще почему так много баллов. У меня здесь еще одежда есть, но я ее покажу несколько позже. Одежда по распродаже, потому что в этом каталоге у нас есть распродажа на некую одежду. Там футболки с длинными рукавами женские, там джинсовые юбки, джинсы вязаные джемпера с короткими, и длинными рукавами. То есть есть что посмотреть. Поэтому заходите на сайт, заходите в распродажу, смотрите, вы обязательно себе что-нибудь выберете. Напоминаю, что в Faberlic есть функция примерка. То есть вы заказываете, может быть, одну и ту же вещь в нескольких размеров, потому что вы не знаете, как она вам подойдет. А в отзывах не очень понятно. И оплачивайте только то, что вам подошло. Если ничего не подошло, то вы ничего и не оплачиваете. Всего вам доброго, хорошего дня.